скачка. Скачка на приз Насима. Кто это Насим? Я прошу нашего эксперта пояснить. Насим – легендарная лошадь в истории арабского конозаводства России, да и, пожалуй, всего мира. Он был рожден в 1922 году в Англии в конном заводе, в известном конном заводе «Крабит Фарм». И от жеребца польского происхождения «Скавронека». Русские конозаводчики по указанию тогда молодой советской власти закупали для ремонта кавалерийских частей лучших производителей арабской чистокровной английской породы в странах Европы, в том числе и в Англии. Таким образом, Насим был ввезен в Россию. Оказалось, через несколько лет оказалось, что России удалось приобрести величайшего жеребца арабской породы, потому что его приплод отличался очень высоким качеством и был по своему типу представлял ту самую лошадь, к которой стремились все конозаводчики всего мира, арабские конозаводчики всего мира, то есть оригинального араба. Прошло более 50 лет, когда его дети, внуки и правнуки стали иметь баснословную цену на мировых рынках. Таким образом, России повезло, и в честь этого жеребца Насима мы сейчас разыгрываем приз на дистанцию 1600 метров для жеребцов и кобыл 3 лет и старше чистокровной арабской породы. На московском ипподроме приз Насима проводится уже в третий раз. Кстати, победитель прошлогодней скачки, лошадь по кличке Драгер, участница и этого заезда. Под 8-м номером, под седлом мастера-жокея Авицбе. Мастер-жокеем. Авицба стал мастер-жокеем буквально 2 недели назад. Это молодой мастер, который пополнил ряды мастеров русских жокеев. Однако лошади заходят в боксы, и мы можем увидеть под первым номером жеребца Титана, тоже прошлогоднего 4-го призера приза Насима в Казани, под вторым номером победительницу традиционных призов серую кобылу Илону, третий номер рыжий жеребец Нониус, 5-й призер скачек в Казани, и вот лошади готовы к старту. Я заметил, что долго в стартовых боксах судьи не держат лошадей и буквально сразу, моментально дают старт. В этом есть какой-то смысл? Лошади очень плохо стоят в этих замкнутых кабинках. И судья, стартер на боксах старается как можно быстрее сделать старт. Сейчас скачку повел 5-й номер Пегасус, рыжий жеребец. Рожденный во Франции, сын Дармана и Бутан. Это очень резвый жеребец. Меньше круга предстоит преодолеть жокеям на лошадях. И поэтому судьи взяли первый 100-метровый участок. 6,8 секунды. Это очень хорошая резвость. На втором месте 9-й номер Курьер. Высокая резвость. И, по-моему, очень неплохо идет лошадь по кличке Рослинд под 4-м номером. Да, здесь же, тут же рядом Рослинд, Нониус, мастер-жокей международного класса Яковлев. В отрыве ведет скачку. Сможет ли он удержать лидерство? Призовой фонд этой скачки 500 тысяч рублей, за первое место 250 тысяч, за второе 125, 75 и 50. Мы видим 10-й номер «Дилижанс». Это прекрасная лошадь, в этом году 3 старта, 3 победы. 500 метров пройдено за 33,3, вторые 500 метров за 34 секунды. Подустали немножко лошади. Да, красно-серый «Дилижанс». Красно-серый «Дилижанс» выходит вперед под Владимиром Мелиховым. А вторым идет Рослинд под Фредериком Спану. Да, но «Дилижанс» не уступает. По-моему, так они и финишируют. Рослинд только вторым. Явное превосходство «Дилижанса» под номером 10. Рослинд второй. Третьим на финиш пришел Гунтер под 6-м номером. 4-м Пегас под 5-м номером. Пегасус. Однако в итоговых протоколах мы не нашли лошади по кличке Рослинд, как и
ее жокея, потому что было нарушено весовое правило. Гнедой жеребец Рослин был лишен второго места за отсутствие 800 граммов веса уже. Владимира Яковлева. И четвертое призовое место, последнее призовое место у курьера под номером 9 Игорь Кобзаджакей. Победителя выдерживает тренер Андрей Лушанин. Лошадь рождена в Хреновском конном заводе нашей Мекки орловской породы лошадей. Хреновской конный завод был создан графом Орловым, Алексеем Орловым. В этом конном заводе была выведена орловская порода рысаков. Сравниваю резвость победителя 1 минута 49,7 секунды с результатами прошлых лет. И вижу, что он намного превышает нынешний показатель достижения трех предыдущих скачек. Совершенно верно. Восьмой номер Драгер, победитель, прошлогодний победитель скачки на приз Насима. Остался только Сигмы. Значит, это большой прогресс на сегодняшний день в розыгрыше приза Насима. И это хорошая резвость для арабов. 1,49. Василий Петрович, как долго выступают лошади? Каков самый зрелый возраст именно вот для таких самых скоростных скачек? Ну, арабы несколько позднеспелые, поэтому их расцвет наступает в 4 года. Для чистокровных лошадей, английских чистокровных лошадей, это 3 года. Лошадь, которая начинает рано скакать в двухлетнем возрасте, как правило, заканчивает свою карьеру к 4-5 годам. Лошадь, которой дали сформироваться и созреть без нагрузок, сильных нагрузок, может скакать и до 9, и до 10 лет. Владимир Мелехов, жокей лошади-победителя, выступал в таком веселом желто-зеленом камзоле, в шахматном исполнении. Я заметил, что у жокеев всегда такие нестандартные раскраски, колористика. Это тоже дань традиции или есть какие-то правила насчет формы? Никаких особенных правил нет. Есть просто зрители должны узнавать жокея. Поэтому такие пестрые, достаточно пестрые камзолы на них. Различных цветов шлемы. Различных цветов рукава. Потому что бриджи и сапоги у всех одного цвета. Наверное, у жокеев есть и свои самые удачливые цвета и формы. Но в какой форме выйдет Владимир Мелехов на следующую свою скачку, мы увидим.